Hey man, what's up? I'm in a theater. Yeah, I can talk. Почему людям нравятся фильмы про зомби? Потому что они круты. Вот это круто. Смотреть, как куча зомби отрывают бошки. Ну да. Прикинь, насколько были бы тупыми фильмы ужасов, если бы они были реальны. Помогите! Стойте, почему этот труп дышит? Твою мать! Умри, инопланетянин! Ты правда думал, что наша слабость — это вода? Да вы люди еще тупее, чем я представлял! Малышка! О нет! Энтони, моя кукла пытается меня убить! Ты мой любимый шериф! Очень похоже. Умри, сука! Алло? Семь дней. Да пошел ты в жопу! Алло? Вы мне только что звонили. Нет, не звонил. Нет, ты звонил. Это секс по телефону, чем я могу вам помочь? Хорошо, слушай, я знаю, что это не секс по телефону. Нет, он самый. Сколько у вас стоит минута? Это было просто. Да, это было бы реально тупо. Я же говорил. Ладно, мне пора. Надо еще старого Спарки подстричь. Господи, святой член Марии! Умрите, зомби! Стой! Это не зомби! Они просто очень обкурились. То есть это значит, что я сейчас... Да, тебя будут насиловать в тюрьме.